Привет, всем привет нашим подписчикам, кто нас смотрит. Сегодня я собрался ехать на Финнебург дачу. Хочу новый вертикутира. У друга своего вертикутира взял. И хочу его сегодня испытать, как он будет хорошо работать или нет. Ну, дальше я вам покажу. Сейчас я хочу свою матушку с собой взять. Она тоже хочет на дачу поехать, чтобы воздухом подышать. Я сейчас один, жена моя осталась у тещи. Ну, в субботу поеду, заберу ее. Но она решила там остаться, потому что что ей дома находиться. Дети в школу не идут. Она сейчас тоже пока не работает. Поэтому она решила пару дней там побыть. Пока я работаю, потом в субботу поеду, заберу ее. Вот приехали мы на дачу. Притащила уже вертикутира сюда. Хочу вам показать, для чего я его взял. Здесь уже почти травы нету, полностью мох. Вот смотрите. Если вот так вот взять, не знаю, на камеру видно или нет. Один мох, травы вообще уже нету. То я хочу это все проверкутировать и по-новому траву засеять. Сейчас я вам покажу эту классную штуку, которую друг мне дал попользоваться. Он еще нагольной, он только один раз с ним пользовался. От фирмы Вольфа. От фирмы Вольфа, это у нас как самая классная фирма. Этот мотор будет работать вечно. У него снизу ножи, и он прорезает потихонечку, полностью мох вырезает. Ну а сейчас заведем, попробуем его, как он работает. Вот, смотрите, я только первый раз прошел. Сколько моха, ужасно. Это получается за зиму столько сырости было или что, что столько его много. Но сейчас соберем все это на кучу, выкинем, можно еще раз пройти. Хотел сделать небольшую такую паузу, показать вам нашу грушу, как она расцвела красиво. Смотрите, вообще классно выглядит. Вся белая. Уже персик тоже начинает расцветать потихонечку. Но мы его посадили, может, года три назад, наверное. Такой маленький кустик был, сейчас уже такой большой он настал. Третьи моей жены цветочки, тюльпаны начинают уже расцветать. Уже дело к лету идет. Вон красота какая. Все зеленеет, все расцветает. Сейчас я вам с другой стороны покажу еще. Вот тут тоже все красиво.
Вот уже начинает, да? Уже скоро будет. Ну вот моя мама помогает мне немножко. Да. Скажи всем привет нашим подписчикам. Всем привет. Здоровья вам хорошего. У нас очень исключительно хороший день сегодня. Тепло. Ну, старикам тоже надо разомяться, да? Ну, помощь мне, да? Немножко. Ну, ничего, сейчас я тоже буду начну помогать. Все мы это на кучке понаделаем, уберем. Еще раз пройдем. Вот пособирали мы кучки. Первый возим потихонечку. Сейчас еще раз пройдусь. Ну и думаю, на этом хватит, наверное. Но привезу потом новую траву, засею, дюнером посыплю. Дождей у нас нет, но буду надеяться, то, что скоро дождь пойдет, чтобы дюна растаяла, чтобы трава полностью у себя взялась она. Ну вот, прошлись мы второй раз. Уже первый раз убрали. Смотрите, как выглядит. Травы вообще нету. Один мох. Вообще классная вещь. Но он вообще хорошо работает. От души он все убирает полностью. Я уже прошел поперек и кве пару раз. Сейчас это соберем. Ну, я думаю, и хватает уже на этом. Вот, хотел показать вам своего соседа. Взяли дачу тоже. Ну, может, месяца два-три попользовались. И забросили ее. Трава уже повырастала. Вот трамплин для детей. Новый купили. Весь его переломало уже. Вообще не появляется она. Вот. Маст он поставил для флага. Тоже его перегнуло полностью. Напротив меня еще одна дача есть. Тоже вся заросла. Вообще ужасно она. Люди берут, 2 месяца пользуются. Думают то, что косить ничего не надо, что она, как ты ее берешь, красивую такую, что она всегда такая будет. Но потом чуть-чуть посидят, много работы, потом не хотят. Не хотят ничего делать, забрасывают. Здесь тоже были соседи, тоже все забросили. Ну, вот так вот. Но есть многие еще, которые еще сажают, что-то делают, что-то убирают, если тепло становится. Вот другая соседка тюльпанов насадила целую кучу. Вот видно то, что дача ухоженная, убирают. Это под помидоры, они такую теплицу небольшую поставили. Вот тут тоже участок сделали, пропололи. Уже что-то там посадили, отсюда не видно, что они там посадили. С той стороны уже травку скосил, уже все красиво у них. Но вот так вот, кто как ухаживает, да? Кто как держит. Вот идем дальше. Еще одна дача заброшена. Тоже долго ее не держали. Но люди берут, чуть-чуть подержат, потом не хотят больше ничего делать. Как и каждый сам себе хозяин. Вот эта дача была моей сестры, она ее сдала, у нее временно ее нету. Взяли ее турки какие-то, она 2 дня побыли, и все на этом. Смотрите, она вся заросла полностью, а такая ухоженная была, все так красиво было на там. Небольшая терраска есть, кухня есть, зал есть. Все полностью. А теперь вот сейчас.
приехал домой. Мой котик уже соскучился за мной. Уже там мявкает по полной программе. На. Чего ты соскучился? Да, ты соскучился за папой. Ну давай. Сейчас я тебя накормлю, мой красивый. Пацанов нету, жены нету, он скучает. Я почти весь день на работе. Так что он, ему одному приходится находиться на... Ну, сейчас я ему кушать дам. Заяц, спасибо за просмотр. Кому видео понравилось. Все, отработал весь день. Теперь я хочу... пойти сейчас в душ пойти и переодеться. Ну. И потихонечку уже. Может еще один фильм посмотрю и в кровать идти. Ну, все. Хватает. Хватает на сегодня работы. Везде на работе. Потом на даче я сегодня еще делал. Вам немножко показал. Пойду сейчас в Баенкино. Я собираюсь завтра на другой даче с ночевкой ехать. Ну, может, там еще пару видео сделаю, что-нибудь вам покажу. Интересное, что я там делаю, что я строю, как я рыбачу. А что, до новых встреч. Пока.